Итак, внимание, интернет, всем моим подписчикам. Вот, мужики, я показываю свой лансер, показываю. Грязный, конечно, ну, руки не доходят. Ну, суть не в этом. Вот, смотрите, забор воздуха на фильтр идет. Вот, ну, как обычно, стандартный лансер. Значит, здесь у меня стойка вот эта кочерга стоит. Я почему это все показываю, сейчас я вам объясню, что, почему, зачем показываю. Это вот такие вот новшества. Лансеру 7 лет, пока претензий к нему не было. А вот претензия вот такая у меня. Смотрите. Вот у меня печка, смотрите, хоп, она опять. Зимой я вон там вскрываю все, делаю там, вытаскиваю напрямую и всю зиму езжу с печкой. Сейчас я не могу печку не включить, не выключить. Смотрел в интернете, как там делать, мужики. Ну, может, руки у меня не тем концом стоят, ну, черт его знает. Ну, короче, не получается у меня. Я не знаю, разбираться надо, руки не доходят. А вот теперь я, мужики, вам хочу представить лансер. Это всем моим коллегам, у кого лансеры. Идемте сейчас туда, с моей машины уйдем. Пошли, Миш. Вот Михаил, мой хороший товарищ. У него тоже лансер. Вот, ребята, его лансер. В 9-м кузове. Сейчас я вам покажу много очень изменений, которые он сделал. Вот Михаил, он сейчас сам вам все расскажет. Ну, причина первая, стал поставить 12-й фильтр, стоял до этого нулевик, потому что на тот момент не нашел более чего поставить, ну, чтобы пыль не летела. Произошло все как? Первое, что зимой, как я это все обломил, пытался поставить картоночку, чтобы было тепло. Угу. Были проблемы с термостатом. Пока вытаскивал, это все обломал, как видите. Здесь все поотлетало, пластмасс, это все разобрал. Внутри спаял, заделал дыру. Пока менял, тоже опять же фильтр обломал. Здесь крепление. Ушки. Здесь тоже крепление. Ну, короче. Он дорогой? Вот этот. Ну, узел. 15 тысяч все вместе. Вот так, мужики, пятнарик. 15-17 тысяч, короче, примерно. На разборе можно взять за 5 тысяч, конечно. Но опять же, это ехать в соседний город. Ну, короче, был поставлен нулевой фильтр временно. Угу. Потом кто, люди, знающие, увидели, сказали, что это только хрень, как убьешь двигатель. Было решено поставить 12 фильтр. Камень, а. Крепление самое обыкновенное. Пластину сделал, конечно, самостоятельно. Но это когда делалось вместе с креплением железным под аккумулятор. Конечно, сейчас это все быстренько прям можно снять. Сейчас это все снимается быстренько. Ну, наверное, все равно мы, короче, не увидим. Не-не-не, ладно, Миш, это все видно, а он молодец. 12. Руки подвешены. Вот смотрите, тут металлическое крепление. Там у меня вон там. Пластмасска бултыхается, мне это не нравилось. Угу, лишнее обрезать, угу. Это тоже порнография. Угу. Ну, короче, сделал железную подставку, свою крепление под аккумулятор. И поставил штатную, какую-то, десяточную, да, ну, обычную. ВАЗ-2112. А, 12-ка, да? Да, это была патруба взята от инжектора, от семерки. Сейчас, блин, с собой отверточки надо было, конечно, скрыть. Лишнее там было обрезано, вот настолько он вовнутрь. Сопротивление тут не изменилось, все нормально. А у него сопротивление идет же, вот датчик давления воздуха. Здесь он только чисто глотает свежий воздух. И считывает. Да, здесь ничего лишнего, как говорится, такого нет. Здесь все примитивно и просто. Ну, по поводу кочерги. Так, смотрите сюда, ребята. По поводу кочерги, наверное, много кто видел в интернете. Вот, смотрите. Насколько выше получается капот, чтобы удобнее было работать. Это вот такое положение, как у Наиля. Добавим кочергу. Это особенно для высоких людей. Ты поставил это стойки. Это восьмые стойки. Восьмые стойки. Вот, мужики, восьмые, смотрите внимательно. Подожди. Молодец. Ну, что я тебе скажу? Умница. В интернете это прям можно найти, почитать. Тоже. Тоже кто-то, кто-то да, делает, там, да? Это вот. Смотрите, мужики, у меня все заржавело там эти. Гайки, все вот эти вот ржавые у меня эти гайки. А у него, вон, пожалуйста, восьмые поставил, смазал, и все. И, а я не знаю, ну, руки не доходят, мужики. Ну, тупой. Тупой, еще тупее, говорят. 7 лет машине, а до такого не додуматься. У него тоже. Иди печку показывай. Да. Знаешь, мужики, смотрите сюда. Вот насчет печки, я показывал, у меня отпрыгивает этот. Во-первых, он, конечно, болезнь, это болезнь лансеров, говорит. Вот он поставил
От чего это у тебя? Эти крутилки, я не знаю, покупал на Алиэкспресс. Тоже было сделано. Здесь маленькое было простое крепление. Сейчас, конечно, прям туго держится. Ладно, ладно, не надо, не снимай. Просто сверлышком на 8 просверлил там, вставил свои же крепления с этих крутилок от газовой плиты. Стоят туда нормально. Поставил железочки, которые... Теперь все открывается, никаких проблем, даже простой ручкой. Да, удобно, хорошо, очень. Бляха-муха. Так, сейчас я вам покажу вниз. Там у него, у тебя горит там лампочка. Да. Что он... Миш, давай, ты рассказывай, а я буду светить. Вот сейчас вот так вот залезу. Короче, там проблема идет в чем? То, что вот там этот жалюзь. Вот жалюзь, которая открывается. Видно ее, то, что сейчас, входит? Сейчас. Да-да-да-да-да. Вот. Вот так вот, да? Видно? Да-да-да-да. Это вот она все. У нас закрыта, то бишь подача холодный воздух. Вот здесь вот... У нас печка всегда включена. Да. Здесь вот идет крепление, связанное с вторым креплением, которое вот держится вот там одним саморезом. Нет, повыше, повыше. А, вот так вот. Да, там вот идет, крепится одним саморезом, как фиксатор. Просто выкручивается вот этот один саморез, вот отсюда. Убирается лишняя запчасть, и вся проблема решена. И никто никого не задевает. Да, и все, вот он у нас фиксируется. Вылетит, он у нас не вылетит оттуда, так что можно, короче, не бояться. Бляха-муха, а я решается. Сколько мучаюсь. Просто один саморез откручивается, аккуратно убирается лишняя запчасть, и все нормально. Молодец, Миш. Так, ну это еще не все. Мужики, смотрите. Ну, любовно мужик сделал все прекрасно, замечательно. Смотрите, у меня здесь. Так, сейчас. Вольтметр. Вольтметр. Вот стоит. Работает все от зажигания, от прикуривателя. Вольтметр и термометр. И термометр. Указывает в машине тоже, я думаю, удобная вещь кому-то как. Потом был сделан... Убран диммер оттуда, как все знают, вечная проблема, включает свет, и подсветка и не видно, тухнет, и не видно часы это, становятся часы, бесполезны. Да, не видно. Ну, это просто раки для меня. Понятно. Вставил лампочку, там идет, между прочим, стандартная лампочка. В некоторых лансерах ее просто вообще не бывает, бывает просто перегоревшая. Угу. Здесь на часах ничего сложного нет, скрывается панель, выдергивается вот эта часть аккуратненько, она здесь держится на клипсах. По-моему, на 5 вытаскивается на часа, идет подача 4 проводов. Зеленый провод мы отсюда обрезаем. Сделан диммер у нас подсветка. Больше. Здесь вот кнопочка самая обычная, примитивная. Потому что я тоже смотрел, мог кто сюда ставит, кто сюда ставит. Ну, я думал, железный каркас. То есть подсветка? Да. Было сделано питание. Не смотрите, у него. Это что у тебя? Это у тебя этот, регистратор. Регистратор. Ничего нигде не висит, мужики. Так любовно все сделано, так все. Это что? Это просто блокнот. А, блокнот. Это... Вот смотрите, я тут, он тут все разрушил пока временно. Делает он там, у него есть разводка. Это стоит регулятор напряжения сбоку. Вот сними его, чтобы видно было. Сейчас. Это вот. Вот он. Да. Это вот регулятор напряжения из 12,5 ватт, 3 ампера максимум. Подача была сделана таким образом для того, что иногда некоторые, как заметили, когда пытаются сделать таким образом длинные провода, начинаются идти помехи на регистратор. То бишь мерцает, плохо записывает, то вообще не заряжается. Было куплено два вот таких вот регулятора напряжения. Здесь у меня остался разъем. Это я телефон, бывает, на зарядку ставлю, когда дома некогда. Понятно. И я, второй тоже на навигатор. Угу. Там он, там. Правда, там внутри, короче, лежит. А это у тебя радар? Это, да, радар. Это радар. Все это работает от кнопочки. Кнопочка была сделана. Вот здесь, вот, да? Кнопка? Нет, вот кнопочка. А, вот здесь кнопочка. Щелкнул и сразу подал питание, да, на все приборы. Включил, выключил, все работает, естественно, на замка зажигания. Провода, запитка шла на прикуриватель. Ну, ну бляха, и у кого муха. Есть проблемы с прикуривателем, то, что, как говорится, бывает такой момент, что предохранитель смотрит, а он работает рабочий, то в прикуривателе, ну, тоже можно найти на маунуле, как разбирается эта панель. То бишь здесь один саморез.
Один саморез выкручивается, это просто все выдергивается, ручка у нас откручивается. Это поднимается, там идет предохранитель, который перегорает в наличии. И все, и он не работает. Да, в наличии его нигде нет. Я не купил, у меня нет такой херни. В наличии его нигде нет. Просто туда ставится или проводочек, или что-то либо. Туда все это вправилось. И все это потом. Он у тебя работает сейчас постоянно или тоже от зажигания? От зажигания. От зажигания, да. Ну, здесь же как система. Ну, понятно, только да, выключил, да, включи да, 30 да, секунд, да. И система вся заблокирована. Все понятно. Ну, у кого вопрос? Мужики, есть, ну вот смотрите, мамочки. Ланцеристы, коллеги мои, у меня руки, конечно, не дойдут до такой херни, мне некогда. Но вот я вам снимаю, просто я хороший подвешенный у парня, руки растут откуда нужно. И еще есть такой момент, у кого по ошибкам идет то, что вторая лямбовая, это, наверное, очень актуальный такой вопрос. Тоже, опять же, разбирается у нас вот эта центральная консоль. Здесь идут 4 проводочка. Туда впаиваем мы резистор на 0,25 ватт, 390 кОм, стоит там 1 рубль. Угу. Это очень-очень бюджетный вариант, чтобы не менять лямбу, потому что ее трудно поменять. Катализатор я не вбивал, ошибка у меня сейчас исчезла. Угу. И все. В принципе, вот так. Нет, ну если да, если... У меня нет пока ничего. Нет, просто некоторые люди спрашивают, тут много говорят, вот у меня вторая лямба, вторая лямба постоянно. Вторая лямба может чем грозить? Это замена... Лямба-зонт. Лямба-зонт вторая, потому что там катализатор сыпется, все остальное. Потому что это чем может грозить? Это замена масел, замена масла постоянно, потому что будет поджирать, коптить. Потому что ошибку он выдает совсем другую. И свечи. Угу. Свечи будут из-за этого портиться. Потому что свечи выходят, ну, как мне говорили, примерно раз в полгода, говорит, свечи можешь прям выкидывать. Потому что... Да, новые. Ну, у меня, так как я езжу когда как, когда интенсивно, когда спокойно, у меня на 2 месяца свечей хватало, когда и этого не хватало. Нет, жизнь поменял, 100 000. Ну, я езжу спокойно, и мне не надо ничего. Так, ну ладно, мужики. Синий подсвет, ну сейчас, правда, не... Замечательно, конечно, ну, насчет вот этой лампочки тоже, наверное, в интернете найдете, как это все впаивается, то, что зеленая лампочка много у кого не горит, потому что это недочет. Подсветка замка зажигания тоже можно увидеть. Вон она синеньким цветом. Вот понятно, отсюда. Понятно, понятно. Вон синеньким цветом. Да-да-да, видно. Нет, все, Миш. Мужики, ну вот смотрите, как любовно и очень с душой человек отнесся к своему автомобилю. Вот смотрите, какие сделаны противотуманные катафотики. Бюджетный вариант от ВАЗа. От ВАЗа. Это что у нас? Между фонарями у десятка, двенашка, одиннадцатка идет большой длинный катафот. Понятно. Из него вот были сделаны диодики. Катафотики, а внутри стоят просто модули. У меня такие давно разбиты уже. Стоят простые стекла. Даже лампочки нет. Я был в этом фирменном салоне. Мне зарядили за этот весь катафот 5. 5 000 рублей. Ну, я сразу отказался. А вот парень, видите, что сделал? Умница, молодец. Здорово, здорово, здорово. Спасибо, Миш. Может, кто-нибудь возьмет на вооружение? Ну, на Драйве 2 есть у меня, посмотреть. Да? Может, а, есть, да? Где у тебя? На Драйве 2. Драйв 2 в Ютубе? Да, ну, там, Драйв 2, Митсубиси, найдете Майкин Джаб, машину. Понятно. Все еще в планах. Ну, может, суппорта снять. Тоже интересная вещь. Как... Некоторые думают, что это настоящие, но это просто накладки на суппортах. Крепление тоже все примитивное, все аккуратненько сверлится, 2 саморезика, лишнее все, что у нас было, обрезалось, катки у нас 15-е, кованые, потому что не лазили, так на 16 еще, может, и полезло бы. Но это родные суппорта стоят? Это пластмасска. А, это просто как бы? Да, это пластмасска. Декорация. Декорация. Красота. Ну, молодец, ну что. А где ты их взял-то вообще? Они... На Алиэкспрессе что-то, ну, грубо говоря, 300 там, ну, -360 рублей стоит. Ну, как бы понты. Ну, не, ну, красиво, да, конечно. У меня обычные закрытые диски.
Говорю, мужики, вот смотрите, как все делается. Всем всего доброго, всем до новых встреч. Я просто снял ролик. Почему? Потому что, ну, сам лансерист. Наверное, есть и форум лансеров. Счастливо всем. Скорее, до новых встреч. Маньяков, которые сами что-то изобретают. Ясно. А, еще вот что момент был. У меня, короче, начали плавать обороты после расточки дросселя, увеличения дроссельной заслонки. Сейчас у меня, по-моему, около 55, может, тире 56 миллиметров вместо родных 52 миллиметров заслонка. Вроде все было сделано, потом опять что-то началось. Причина была вот центральный, здесь у меня шланчик шел, он был порванный. Проблема тоже решилась, заехал в наш автомагазин, купил такой очень длинный шланг, он идет на карбюраторные машины, на опережение сжигания, по-моему, где вакуум на карбюратор идет. Вот, обрезал, поставил, все, сейчас вроде нормально работает. Ну, а больше вот таких серьезных переделок от вас не было. Спасибо, Миш, спасибо, дорогой. Мужики, берите, мотайте на ус. С вами был я, Ноэль Порошин. До новых встреч, до новых роликов. Всем всего доброго.